Там бомбосховище гарне є, вони там засідали. Я думаю. Поправим. А вот то обмотано, что это же они, да? Да, да. Валя обмотана, а ты колер наверное, все. Вышел, стрельнул, да и пошел. Поехал. Вторые казали, она текала. А бывало, это последний день, когда они заходили. Так вообще, это стоит человек возле того, руки поднял возле, на стеколке возле девятиэтажки. Взяли, расстреляли. Женщина заходила в подъезд, они взяли и расстреляли. Просто так. Мы тут и должен до 40. Вот так примерно. Я не могу сказать, я думаю, ты надо. 40 лет с ним дружны. Они на пятом этаже живут. Ішов брати дрова, і відки не візьмесь, вони почали стріляти. Того попали чуть вище п'яти, ну, у кістку, роздробили повністю. Той упав, а стрілець каже, не кричи, я цей, бо буду стріляти. Вони розвернулися, вони йому, хлопці, перерубали повністю ліву сторону ноги, вона була на калоші. Оця сторона вся прострелена і чуть-чуть нижче візка, ну, типа контроль.